Всем привет! Продолжаем проходить похождение Джимми Боя. Так. Давайте эту машину возьмем, что ли. Собственно, почему бы и нет. Так, и у нас на выбор... Что-то здесь. И что-то здесь. Asian Assassin Assassination. Давайте начнем с машинки, наверное. Что-то не хочется вот. В предыдущей серии мы валили свидетелей. Сейчас мы пригоним тачечку и начнем валить в китайских ассасинов. Как бы это грозно не звучало. Ну, как-то так. Думаю, вот выполнив миссию на угон этой тачки и плюс на убийство вот этих вот самых... Да вы парите. Вот этих вот самых китайских ассасинов. У нас, наверное, будет уже 80% прохождения DLC предательства Джимми Боя. Ай! Так из меня водитель. Жалко, что статистика в предательстве Джимми не засчитывается в счет трофеев Джимми Вендетта. Это бы сэкономило бы какое-то количество времени. Ну, для тех, кому это важно, конечно. Кто-то, возможно, вообще не понимает, что я так прицепился к этим ачивкам. Я одно время сильно подвисал на, так сказать, трофи-хантерстве. То есть проходил на платины, делал все, чтобы получить их можно больше... трофеев. Недавно тут, кстати, глянул, увидел, что у меня 3600 трофеев. Ну, не знаю, много это или мало. Наверное, для тех, кто играет достаточно давно, это, в общем, такая сумма небольшая. Ну, платин у меня где-то порядка 34, наверное. В том числе Мафия 2 пройдена на платину. Ну, к слову, здесь гордиться особо нечем. Платина в этой игре простая. Так, ладно, Смит Тандерболт. Дерьмо. Я пообещал парню Смиту Тандерболт, и я забыл. И он сегодня придет. И я не могу себе позволить выбесить его. У меня нет времени чинить это, Джимми. Поэтому попробуй мне притащить в хорошем состоянии. Ну, ясно. То есть, если я ему разбитый принесу, значит, не годится. И ты не пожалеешь. И да, я не забуду тебе заплатить, я обещаю. И да, я знаю, я не могу себе позволить, как бы, расстраивать тебя тоже, Джимми. Поэтому просто, ну, принеси мне эту машину, привези мне эту машину. Ладно, чё? Почему нет? Смит Тандерболт, так Смит Тандерболт. Нам, как бы, монопенисуально. Какая машина? Так, со складов тащить, да? Ну, что-то типа. Ладно, тащим, тащим, господа. Так. Надо добраться до тоннеля, перебраться на ту сторону. Где-то в районе складов нас ждет Смит Тандерболт.
почти правильно повернул. Какие же тяжелые машины тогда были. Ну, кстати, здесь где-то, по-моему, была кар-википедия. И можно было посмотреть вес этих машин. На самом деле, по-моему, они... Нельзя сказать, что были какие-то экстремально тяжелыми. Если я не ошибаюсь, то вот такая вот машинка весила, как сейчас весит какой-нибудь... Ну, джип. Roger that. То есть, ну, где-то 3 тонны, наверное, да? То есть, если обычный автомобиль весит там где-то 1700 тонн, 1600 тонн, 1800, ну, в зависимости, конечно, что для кого есть обычный автомобиль. Для кого-то, возможно, и смарт обычный автомобиль, тогда там, конечно, совсем другие расценочки. Что за херня? Почему он никак не хочет от меня отстать? Ладно, ладно, давай заплачу штраф. You're gonna kill somebody you keep driving that way. I'm gonna find you. Прицепился такой, типа, у меня быстрая машина. Money well spent. Do yourself a favor, pal, and straighten up. Иди в жопу. Что я тебе могу сказать? Так, давай нахер отсюда. Понял? Нахер. А, блин. Давай вали отсюда. Possible Grand Theft Auto. Roger that. Freeze. Ну, хорошо, давай я тебе еще дам денег. Блин, такой ты, короче, жук. Вот знал, где меня подловить, да? Here you go, officer. A little something for... Там 50, тут сотенка. Get out of here before I change my mind. Сволочь-то такая. Ладно. Грубо говоря, купили тачку за 150. Сейчас продадим ее за 6-7 штук. Нормально. В данном случае это оправдано. Поцарапаем немножечко. Пусть слишком не радуется. Сел себе машину, ну, купит с разбитой фарой, поцарапанными крыльями. О, проблема, что называется. Главное, чтобы мне платили хорошо. Кругалями мы до этого гаража добираемся, ну ладно. Почти приехал. Ну все, нормально. Нормалёшенька. Сашенька, да? Ну сколько заплатишь? 6900, нормально, меня устраивает. Так, что у нас дальше по плану? Убийство китайских ассасинов.
ехать, не очень понятно, ладно. Поехали. Дерем жопку китайским ассасинам. Да, машинка, конечно, действительно такая тихоходная. Неудивительно, что полиция меня догнала. Вроде разгоняется более-менее, но максимальная скорость у нее такая тухленькая. Интересно, что нас там ждет? Наверняка целый миллиард китайцев, вооруженных палочками и автоматами. Китайскими автоматами. Вот у меня колесо отвалилось. Так. Хорошо. Три звездочки, чтобы это не значило. Так. Джимми, Джимми, это я, Тан. Эдди Фу. Узнал, что мы сделали с его братом. Он только что позвонил мне и сказал, что посылает двух китайских ассасинов, чтобы убить меня. Ты представляешь, что он сделал? Короче, я не знаю ничего об этом чин-чон-кун-фу дерьме, Джим, но мне надо, чтобы ты позаботился об этих двух ублюдках для меня. Ты сможешь это сделать? Я думаю, мы сможем это сделать. В общем-то, это то, чем мы занимаемся все время. Так. Блин, они где-то в кустиках сидят, что ли? Странное местечко, я бы сказал. Ладно, неважно. О! Теперь их двое в разных местах. Ну ладно. Ого! Ого! Я что-то, по-моему, по поводу армии оказался прав. Так, ладно. Полиция еще. И что вы там будете делать, ребята? Будете их арестовывать? Реально арестовывают. К сожалению, ворота не открываются, и что-то перелезть мы через них мы не можем. Придется нам попробовать их выбить. Давай, высунься ты уже. Блин, да сколько там? Да
Что они такие бронированные? Обычно умирают быстрее. Ребятушки, а чё вас так много здесь? Да, чё я спрашиваю, это ж китайцы. Их тут грёбаный миллиард. Так, я где-то видел чувачка со стрелочкой. Это не эти чувачки. Что, он спрятался? Почему убивают полицейского они, а наручники на меня пытаются навесить? Что-то как-то они в меня ныкаются. Adios, asshole. Где там китайцы? Bullseye. Так, минус один. Надо теперь спрятаться, а то сейчас будет минус один с моей стороны. Так, ладно, потихонечку справляемся. Ну так, не то чтобы совсем круто. Ну как-то пока нормально, я бы сказал. Тут еще. Почему тут ты, Джимми, не хочешь перелезть? Ты как ты орешь-то? Damn, ах, это еще и не тот. Nice one. Say goodnight, fucko. Get to the safe zone. С удовольствием. Давайте сначала сюда, здесь как-то побезопасней. А где у нас safe зона? А. Отлично. Так, что у нас есть? У нас тут есть машина, которая мне нравится. Вот мы ее и возьмем. Она немножко покоцанная, ну ладно. Полиция как будто даже не вдупляет, что здесь идет. А что это произошло такое? Почему у меня в машине оказался чувак, который стал в меня стрелять прямо в моей машине? Это что-то интересненькое. Такого я еще не видел. Он на ходу запрыгнул или он просто тупо там зареспавнился? Я что-то как-то этот момент проморгал. Чудны твои глюки, Мафия 2. Ладно. Я думал, эта серия будет покороче, она оказалась подлиннее. Хорошо. Ну, действуем по старому плану. Ну, а там полиция уже опять кого-то прессует. Так, давайте-ка не будете вы меня так стрелять. Вы ж меня так и убить можете. Adios, asshole. Yep, that guy's dead. Так, где у нас тут наш
Чувак со стрелочкой. А чё никто не лезет? Ну, блин, так неинтересно. Слушайте, если вы будете прятаться, это не фан. Give up now. Блин, сейчас меня убьют. Черт, сейчас я так патроны растрачу. Bingo. Ну высуни головку. Bullseye. Ну вот, совсем другое дело, так. Тут трое зареспавнились на подмогу. Теперь надо по старой схеме завалить мастерски того чувака. Сильно не влезая на территорию того особняка, и все. Твою мать! Все у нас будет хорошо. Давай, давай, высунься. Damn, I'm good. Чё ж вы меня ждёте-то здесь? Say goodbye to your mommy. Say goodnight, fucko. Ну и теперь можно попробовать удрать. Здесь в этот раз будет лучше, чем в прошлый. Смотрите, он, видите, он респавнится туда. Какая-то жесть вообще. Блин, это... Что это за говно такое? Да получается, мне тупо нельзя брать эту машину, или что это значит вообще? Ну, вы свидетели, я был не виноват. Я ничего не мог сделать. Он на выходу не выпрыгивает из машины. Стрелять в него я тоже не могу. Это лютое говно вообще просто. Так это бесит такое в играх. И смешит, и бесит одновременно. Только не убивайте меня.
Give up now. Bullseye. Bingo. Yep, that guy's dead. Да-да. Давай-давай, высовывайся. Ну, высовывайся. Ну, пожалуйста. Да ничего, экстрасенсы, что ли. Bullseye. Damn, I'm good. Так, трое зареспавнилось. Так, сейчас главное, чтобы нас не убили. Китайские читеры, блин. Ну, вы и свои головку. Say goodnight, fucko. Ладно, идите в жопу. Вот что я вам скажу. Ну давай, высунься. Ладно, сейчас садимся строго на ту машину, на которую приехали. Так. Это не враждебный чувак. Реально достали. А приколите, сейчас он в нашей машине тоже будет респавниться. Это будет вообще номер. Знаете что? Я пешком. Вот реально. Идите в жопу, я пешком. Это какая-то подстава, просто мировой заговор. Ты садишься в машину, а у тебя в машине из-под сиденья вылазит китаец с автоматом. Это ни хрена не смешно. Все, идите в жопу. Так, за это 200 баксов дали. Серьезно? Да пошли вы. Так, и что у нас дальше? Тачка и два китайца. Ладно, ребят. Я думаю, на эту миссию мы настрадались достаточно. Спасибо за просмотр. Будем заканчивать это DLC, я думаю, в следующей две серии.
Либо, ну, то есть следующий мы точно не закончим, но думаю, следующая должна быть предпоследней, как мне кажется. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Пока-пока.